Россияне смогут менять сотовых операторов без разрешения и сохраняя свой номер. Дмитрий Медведев подписал постановление правительства. Официально в силу оно вступит 1 декабря этого года. Напомним, сам закон Госдума приняла еще 14 декабря прошлого года. Закон позволяет сохранять номер при переходе от одного оператора к другому. Правда, предварительно нужно будет рассчитаться со всеми долгами. Если вдруг они есть, написать заявление и оплатить сам переход. Это, обещают сотовой компании, будет стоить не дороже 100 рублей. А сам переход будет занимать не больше 10 дней. Услуга сначала будет региональной, то есть сохранить свой номер при переезде в другую область или край не получится. По-прежнему действует и роуминг. По оценкам сотовых операторов, услугой сохранения номера уже готовы воспользоваться примерно 3 миллиона абонентов.